И к событиям в регионах. В Актюбе летом столкнулись с проблемой нехватки кирпича для строительства жилья по программе «Нурлы жер». В рамках пилотного проекта строят 194 коттеджа. Острый дефицит материалов возник в самый разгар стройки, несмотря на то, что в регионе действуют три кирпичных завода. Выход из ситуации нашли быстро, заменили кирпичную кладку на экобетон и панели домостроительного комбината. А строительством малоэтажных и быстровозводимых домов заинтересовались павлодарские чиновники, которые приехали перенимать актюбинский опыт для реализации новой госпрограммы. Актюбинская область сегодня лидирует по темпам жилищного строительства. В этом году планируется сдать 650 тысяч квадратных метров жилья. По словам главного архитектора области, сейчас проблем со стройматериалами нет. Больше 80% отечественного производства. Вскоре в регионе планируют открыть еще один завод мощностью 10 миллионов кирпичей в месяц. Даже в пиковые дни, бывало, мы завозили кирпич с того же Уральска там, или из других регионов, привозили, чтобы снять напряжение. Сейчас положение стабильное, а те объемы, которые несколько заводов производят, в принципе, мы распределяем. Их хватает для государственной программы и для частных застройщиков, ну и для жителей всем отпускается.